Я тоже буду. Первый марта по голосу. Как
У тебя, давай я посмотрю вот после практики, если сяду, посмотрю, ну что поменяли, катетоп поменяли, посадку поменяли, но там была молодежь, они переставили, еще что-то, не знаю. Но там будет точно финансово. Это как раз то же самое, как грехи, только. Я знаю, я был второе место. Да. Да. То, что мы сейчас качаем. Без тренера это никак. Потому что вы себя любите и не напрягаете. А вы даже напрягаете. Вот как пришел сейчас, пришел сон, пришел на отдыхать. А ты должен пришел и сейчас лежать, потому что у тебя сил много. Ты не выложишь. Завтра у нас будет. Все, вопрос. Теперь так. У нас Европа. Мир, Олимпийские игры. Выиграл Олимпийские игры, значит, все, кто выиграл мир, Европу, никто. Эй! Иди сюда. Иди сюда. Вот сюда встань. Когда тренер говорит, что надо делать? Слушай. Значит, еще раз. Он выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира, а я выиграл Олимпийские игры. Кстати, я победитель, он никто. Вот если он выиграл чемпионат Европы, я чемпионат мира, значит, кто Олимпийские игры выигрывает, то ничья. То есть, я думаю так, если он выиграл Европу и мир, а я Олимпийские игры, то это ничья. Правильно? Он два раза выиграл, я один. Все. Значит, сейчас. Боремся. 3 минуты. Болевой. 4 очка. Удушающий. 4 очка. Просто набираете. Судья считает. А даже не судья, а вы боретесь, сделал удушающий, говоришь. 4 очка. Борешься, сделал болевой, говоришь. Плюс 4. 8 очков. 8, говоришь. А судья стоит и смотрит. Ты сделал болевой, говорит. 4 очка. Болевой, 4 очка. Бросок. 1 балл по всему. Это вы подсчитываете. Вопросы есть? А мы будем меняться или с одним? Нет, только с одним. Артур сюда, Саша сюда. Нет, вы ставьте туда. Один сюда, другой туда. Так. Вы туда. Максим. Можно я буду сюда? Даниэл. Сюда. Максим Домбровский сюда, нам сюда. Вопросы. Так, вопросы. Я вам даю свечки. Так, раз, листок. Эй, вы втроем что сидите? Саша, ты борешься. Стань, пожалуйста, стой. Андрей, стой. Андрюша, держи. Смотри. Да. Макс. Это лиц, да. И еще один свисток, где у меня. Еще один свисток. Да. Свисток еще один. Коля? Да. Так. Макс, прикрой дверь. Так.